Идешь направо, будет то-то, то-то. Пойдет направо, песнь заводит, налево сказку говорит, мы идем направо. Ну, само собой. Вот, посмотрите, вот эти вот наскальные везде. Скалы, породы, да, дорога. Вот как приходится въезжать, то есть практически на одной ноге. Я, естественно, не сажусь, потому что это нереально. Вот, скорее всего, мы сейчас заедем кому-то. Тут чуть ли не черепа валяется, мама родная. Я надеюсь, тут не людоеды живут. Не-не-не-не, надеюсь, все будет хорошо. Но в основном китайцы любят жить. На таких высоко в горах никого нет, уединение. Тут они выращивают фрукты, заботятся, да, о своих деревьях. Вон, то есть, видите, тут дома прям. Это вот реально прям народ, живущий в джунглях. Вот такой домик. То есть это даже деревню не назовешь. Это, ну, дом в джунглях. Представляете, сколько каждый день опасности подстерегает таких людей. То есть, как только стемнеет, это уже наступает пора диких животных. Уже, соответственно, куда? Туда. Я что-то дороги пусть не вижу. Может, снизу проедем как-нибудь? Ну, все остальное.